Сегодня я расскажу, кто такие КОБ и почему Суперсел поддерживает Стивы. Смотрите до конца, я расскажу, какие у меня планы и что будет дальше. Погнали! Для начала, кто такие КОБ? КОБ – это крупнейший дискорд-сервер по стримам в Brawl Stars. Если что, ссылка на дискорд-сервер в описании, я положительно отношусь к админам этого сервера. А кто же такая Паула? Паула – это новый комьюнити-менеджер Brawl Stars. Если что, я буду переводить каждый их твит на русский, поэтому погнали! Начинается их диалог с этого. Не забудьте прочитать твиты ниже. Пау Суперсел, привет. Я очень рад, что вы стали менеджером сообщества, но я прошу вас сделать одну очень важную вещь. Прежде чем Райан получил повышение, он работал на одном сервере Discord, известном как КОБ или чат Сливы Брау. Несмотря на то, что это был сервер Сливов, после того, как он присоединился к нему, его очень уважали. Он всем нравился, и он очень уважительно относился к нам людям, которым нравится смотреть на Сливы. Я имею в виду, что, как сказал Райан, нельзя банить людей только за то, что они делятся какой-то информацией, которую они нашли в интернете. Его присутствие на сервере было очень символическим, людям нравится видеть его. Но персонал КОБ, конечно, всегда следил за тем, чтобы его не пинговали, так как он тоже занят. На этом перевод заканчивается, я расскажу тебе все вкратце, потому что если я буду все дальше переводить, видео будет 10 минут. Админ КОБ приглашает Паула на дискорд сервер, чтобы она контролировала Сливы вместо Райана, которого повысили на новую должность. Но если так подумать, зачем Суперсел контролировать дискорд сервер со Сливом, если его можно просто заблокировать? А дискорд сервер можно заблокировать, но из этих Сливов очень много ажиотажа вокруг обновлений, если так подумать, им это выгодно. Примечание, именно Сливы с файлов игры, потому что Суперсел ни в коем случае не хотят допустить, чтобы слить Браутук. Вы понимаете, какой был бы хайп, если бы не сливали многие Браутоки? Например, Браутук Summer of Monsters, Браутук Star Park. Но что же сделали Суперсел, чтобы не сливали эти Браутоки? Сейчас я все расскажу. Первый их шаг это был в октябре 2020 года, когда они давали доступ к Браутоку официальным ютуберам. У каждого была разная ватамарка на Браутоке. Самое интересное, после этого реально сливов не было, и это сработало. Ну и второй их несерьезный шаг это давать доступ к Браутоку только третьему уровню официального ютубера. Раньше давалось второго уровня. Выводы делайте сами, я вам предоставил всю информацию.